В общем, я решил попробовать запустить Fortnite на своем MacBook'е. Посмотрим, что из этого получится. Итак, ну что, у меня все готово. MacBook Pro 13, по-моему, 21 года. Честно, не помню. Подключил его к сети, чтобы мы не разрядились в процессе. Наушнички. Мышачок беспроводной у меня есть. Тоже к нему подключил с помощью вот такой вот штуки. Ну и здорово. У меня здесь камера стоит. Надеюсь, все пишется. Давненько я не делал такого сетапа. Также у меня есть клавиатурка беспроводная, вот такая, которую тоже можно будет подрубить к MacBook'у, но я хочу все-таки сделать себе некий челлендж и поиграть только на MacBook'е, используя трекпад. В шутер, да. Ну, Fortnite фактически как бы шутер, да. В общем, сразу скажу, я ни разу еще не играл на этом MacBook'е ни в одну игру, и вообще, в принципе, на устройствах Apple не играл. Вот. Поэтому это впервые, и сразу Fortnite. Как видите, я установил уже лаунчер. И можно запускать игру, но перед этим сразу скажу, что мы помимо того, что поиграем в Fortnite, мы еще и запишем видео на Mac с помощью OBS-ки. Наконец-то они сделали, не знаю, может быть, это уже много времени прошло, они давным-давно сделали, но наконец-то поддержка нормальная процессоров M1, потому что здесь стоит M1 процессор, Apple-овый, и... В общем, с ним были проблемы, нельзя было ни стримить, ни записывать нормальное видео. Сейчас можно. Еще один момент, здесь экран 16:10, поэтому у вас картинка будет немножко растянута. Вот. Но это такая вот особенность экрана. Ну что, запускаем игру. Оу май, да, здесь же 13 сезон, здесь все зависло на 13 сезоне, на устройствах Apple. Офигеть, мы сейчас вернемся в настоящий OG. Это будет прям ностальгия. Прям жесткая ностальгия. Плюс челлендж. Трекпад челлендж на макбуке. Let's go! Сражение с бурей, королевская битва, творческий режим. Боже, и эта музычка старая добрая. Давай королевскую битву. Ай-яй-яй-яй-яй. Джулс. О, все, я зашел, ребята. Старая лоб. Блин, мне все, мне уже в глаз ностальгия попала. Но, скорее всего, вот этот Free Fortnite... Освободите, знаете, я как это воспринимаю сейчас? Освободите меня от Fortnite, я задолбался, я эту игру снимаю 7 лет. Скоро, блин, и сезон новый, и глава новая, в которой, в 6 главе, скорее всего, сделают нам как раз-таки OG, вторую главу вернут. Вроде как, поговариваю, да, в твиттерах, реддитах. Но сегодня мы поиграем, как бы, в настоящую, оригинальную. Та, которая зависла на устройствах Apple. Вторая глава, третий сезон. Даже друзья, вот, о боже, эти старые менюшки. Режимы. О, в одиночку пары боеотрядов творчак. Давайте попробуем творчак запустить. И в творчаке пофрибилдить с трекпадом. Создать. Так, окей. Вау. Вот он я. Офигеть. О, ребята, перемещение на остров. Вау, слушайте, и FPS нормальный. 90 FPS. Во время записи 100 FPS. На MacBook'е, серьезно? И я не могу конусы ставить, у меня здесь не Alt, у меня здесь Command. Option, Command. А Option это что? А, это типа Tab, да? Не, это Tab, есть Tab. Control. Control это Control. Ну да, супер неудобно, конечно, будет, но... Че? Ради челленджа посмотрим, поиграем. А вот так сбросить можно? Блин, наверное... Вообще, реально, а можно вот такой штукой сбросить постройку? А почему вверх? Вниз это? А, ну оно тут же реверсия, по-моему. А ну-ка. Ну. Чего? Что происходит? Офигеть, это я типа... Ладно, мне нравится. Оно сбрасывается? Да, сбрасывается. Все, все нормально. Окей. Так, ну мне нужно конус, да? А конус на В? Блин, ну, может быть и на В нормально. Наверное, да? Короче, поиграем, посмотрим. Получится, не получится, там как-нибудь разберемся. Так, окей, ладно, выходим в... Надо в обычную игру. Я хочу попасть на карту Батл Рояля. И посмотреть, потестить. Знаете, сейчас, наверное, полечу на агентство. О, да, на агентство. Там же еще вертолеты есть. Вау. Если хочешь быстро закупиться V-баксами или наборами Fortnite, или пополнить SIM, это лучше всего сделать в моем боте или на сайте. Большое спасибо всем, кто уже пользуется и оставляет отзывы. Итак, ну что, ребята, старый добрый Fortnite. Офигеть. Ну, на агентство, наверное, надо на агентство лететь. Или на кинотеатр. Блин, а знаете что, надо...
Да, на агентство, потому что там у нас вот этот граплер бесконечный у Джулс, по-моему. Со мной кто-то еще и летит. Вот мне интересно, мне здесь, наверное, фулл ботов набило. Все лобби. Но будет, конечно, круто, если попадутся еще игроки на устройствах Apple. Я бы очень хотел. По идее, можно вообще собрать чисто кастомку людей на макбуках. Это вообще было бы, конечно, эпично. Поэтому, ребят, подписывайтесь на мой телеграм-канал, если хотите участвовать в кастомках, ну, чтобы знать, когда их, я их провожу. Так, что, открываем? А, не. Стоп, что? Открываем, это... А как... Мож... Офигеть, я забыл, это же старая механика, можно стать этим... Ой-ой-ой, сори, братан, не-не-не-не-не-не-не, все-все-все-все-все, я ушел, сорян. Так, control. Открыть. Блин, сложно. О, да, charge. Let's go. Да, кстати, старые добрые миники запиваем, естественно, стоя, либо сидя, потому что иначе не работает. Ну, вот мы и собрали старые пушечки. Капец, непривычно на макбуке играть, ну ладно. А! Упал. А, первый килл на боте. Ух, фиолетовый чардж. Хорошо, сюда. Мне нужна Джулс. Я ее услышал один раз, и все. И она... Не понимаю, где она. Может, она снизу где-то здесь? Вон она, да. Я не могу прицелиться. Гранаты. Бля, она еще убегает, коза. А, капец, на трекпаде невозможно играть. Куда ты убегаешь? Найс. Найс, ура, получилось, ребята. Карточку еще подобрали. Можно пойти теперь открыть хранилище. Так, ребятки, лутаемся. Блин, а так забавно играть. На трекпаде, на макбуке в 13-й сезон. Офигенно. Ух ты, скар золотой выпал, офигеть. А, я понял, я один раз проматываю, он все подбирает. Отлично вообще. Сейчас еще на вертолете полетаем. Let's go, сюда. Садимся в вертолет. Летим, ребята. А где еще есть боссы? По-моему, вот здесь. А, этот самый, кот. По-моему, вот здесь кот. Давайте к нему. Офигеть, летаю на вертолете. Это квайбово. По идее, здесь должен быть этот кот. Или здесь нет кота. Блин, я как будто в какую-то казуальную игру играю. Прям. Ну я, в принципе, и двигаюсь, как ботинок. Я не помню, вот где вообще этот кот был. Может, где-то тут? Так, ну-ка. Супер длинный граплер. Вот он, кот. Это этот кот. О, что? Мне теперь чем-то похилиться надо. Офигеть, меня боты сейчас убьют. Я не отдамся ботам. Или зона убьет. Ну, мне капец неудобно играть с этой... Как она называется? С трекпадом этим. Робокот. Сраный робокот. Электрограпплер сюда давай. А, не то взял. Не-не-не-не. Я все, я улетел. ББ. О! У меня сейчас челлендж, походу, будет. Собрал все мифики. Ну, вообще, на самом деле, мне вот просто управлять персонажем сложно. Я не хочу умирать от зоны. 6 хп, я чуть не сдох от зоны. Вот у меня просто сражение на глазах с зоной. Так, ну я слышу, стреляются. Я могу еще на вертолете подлететь поближе. Где мне белого хп взять? О, тут стреляются. Спокойно. А что я себе набрал за лут галимый какой-то? Набрал себе фулл мифики, старые добрые, а это все не нужно вообще. Давайте еще раз. Электрограником полетим. Блин, так непривычно, что слайдов нет. Вот тут, по-моему, должна быть аптечка или типа того. Ломаем. Вот и аптечка, найс. Блин, хочется и граник, и граплер этот. Совсем хочется играть. Опа, кто-то пришел. Братанчик. Это что такое? Он меня чуть не убил.
Это реальный игрок, что ли, был? Мне надо топ-1 брать, 13 ремейн. Все, мышку включаем, ребят. Включаем мышку. Я беру, значит, все, я беру электрогранатомет. Я беру эту охоту. Вот эту штуку я, наверное, сбрасываю вместо миников. Вот так у меня будет. Охота и мифический заряжаемый. Но это уже все, это уже не челлендж. Ну ладно, давайте, не. Давайте челлендж. Раз уж на трекпаде, надо на трекпаде играть. Я не ожидал, что у меня... Вот у меня первый килл, видите? Не ожидал, что на меня нападет кто-то прям так резко. Я помню, здесь можно было... Вот тут можно было похилиться. Давайте похилимся. Ну, конечно, вообще. Ой-ой-ой. Вот так вот, я помню, садились здесь. Так, бац. Просто сидишь. Тебя не видно. Ладно, там у нас типы вроде есть. Что? Все? Все зависло. Фух, отвисло. Охренеть. Я испугался. Я думал, все. 160 тебе в лоб. Еще снизу кто-то стреляет. Спокойно, спокойно, спокойно. Тихо, 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 тихо. Да я точно такой же на самом деле, так же играю. Зачем я вообще такие пушки взял? Мне стоило оставить этот Томиган. Ну видите, я даже я не попадаю. Не попал? 202! Блин, как же это вкусно! 202 урона по голове. Как же это классно было, ну. Ну, кстати, на... я вот играл, помню, записывал ролик на ноуте на винде, и там трекпад не так, не такой отзывчивый был. На нем было гораздо сложнее играть. Здесь же как-то все более, что ли, как-то поинтересней. Мы сейчас берем королевскую победу. Мы сейчас берем королевскую победу в старом, добром 13 сезоне. Естественно, это должен быть трикшот. Ага, вижу, вижу, вижу. Блин, как же сложно попадать с трекпада. Можно прицелиться? На тебе, в ногу. Все, теперь один хит. Так, так. Оп, 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 оп. Не попал. О, почти. Все, последний этот остался. Последняя попытка. Как я трикшотил. Не попал, все, НТ. Ну блин, сложно с трекпада вообще. Прям тут еще и чувствительность такая. Окей, ну что? Королевская победа получается в 13 сезоне. Даже опыт дают. Кстати, я проверил, можно добавлять друзья и кидать заявки в пати и играть вместе только с теми игроками, у кого также устройство Apple этой же версии игры. А, так что, по сути, можно собрать кастомку на 100 человек в нашем Дискорде. Заходите. Всем большое спасибо за просмотр. Поставьте лайки. Ну и на этом все. Всем пока.